Всем привет, дорогие котята, с вами снова Маруся. Сегодня я буду играть в прикольную игру с Вандерином The School. Итак, будем играть с вами. Я бы сыграла на харде. Я на экстриме боюсь. Давайте на харде. Все, выбрали хард. Потому что реально вот я хочу на харде. Тут у нас, по-моему, только с Вандерином есть. Так, выбирай немного, пожалуйста. Ключик. Так, остань слайм-дрин. Слайм-дрин. Так. Ничего. Так, взяли аптечку. Идем. Так, смотрим, что тут. Ничего. Так. Ключик. И вот эта штучка, не знаю, что это. Для хранителя, наверное. Тут у нас, по-моему, только Сандрина. Ключик. Больше ничего нету. Идем наверх. Так. Туалет. Игра жестко лагает. Так, 3 из 8. Так. Отстань. А, давайте возьмем птичку уже. Так. Идем с вами наверх. Может, тут все пошли, правда? А, нет, не все. Хорошо. 4 из 8. Интересно, почему в школе никого нету? Может быть, я слишком рано пришла? Встань. Мишка. Ну ладно. Кстати, это Мишка из Гренни. Точно. Прикольно. Берем предохранитель. Так. И здесь нам надо побывать. Так, смотри, ты что делаешь-то? Дверь, не тролль меня. Дверь меня не тролль. Блин, да ты офигела. Какой дверь закрыта тут. Ага. Стань. Мы где-то пропустили предохранитель. О, нет. Где мы его теперь будем искать? На стуле. Маленький.
Идем. Так, теперь мы должны отнести их в подвал. Я правильно говорю, подвал же? Все. Так, наверное, надо идти. Теперь класть его наверх. Даже не наверное, а реально надо идти класть его наверх. Это не успела перевести. Что теперь надо делать? Давайте. Боже, давайте что ли теперь пойдем в подвал. Hey,